Иисус ответил им: «Мой Отец трудится постоянно, и я тоже обязан трудиться». Эти слова еще больше разгневали иудеев, и они решили убить его. Он не только нарушил закон субботы, но и назвал Бога своим отцом, тем самым объявив себя равным Богу. И Иисус ответил им: «Истинно вам говорю, Сын ничего не может делать от себя. Если не увидит Отца творящего, что творит Отец, то творит и Сын. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Он Сам. Он покажет Ему еще большие дела, и вы все удивитесь, как Отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и Сын дает жизнь тем, кому хочет. И Отец Сам не судит никого. Он отдал все право суда Сыну, чтобы все чтили Сына, как пославшего Его Отца чтут. Тот, кто не чтит Сына, не чтит и нашего Отца. Истинно вам говорю, те, кто слышит мои слова и верят в пославшего меня, имеют жизнь вечную. Они не будут судимы, но уже перешли от смерти в жизнь. Истинно вам говорю, наступает время, и даже настало это время, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие Его оживут. Как сам Отец является источником жизни, так же и Сына Своего Он сделал источником жизни. И Он дал Сыну власть судить, потому что Он – Сын человеческий. Не нужно удивляться. Наступает время, когда мертвые услышат Его голос и восстанут из могил. Те, кто творил добро, воскреснут к жизни. И творившие зло воскреснут. Но будут они порицаемы.